народу. Даже в такой пафосный салон плох напустили. Жесть. Маш, Маш, ты же брючки хотела померить. Вон, берите это с стразиками. Маш, стразики, это мега пафосно. И Чехов писал. Мы видим все небо в страсти. Ты что, Чехова не знаешь? Ну ты и зашла. Это же самый гламурный писатель. Ну ныряй, примерочную свободно. Да, мега пафосно. Ой, молодой человек, что вам? Что, познакомиться хотите? Вы не туда паркуетесь. У меня муж. Маш, прикинь меня с любовником. Улыбаешься потом прятать его от Валеры. Помню, Валера меня на лазурный берег пригласил. Шантропе, на зимнюю рыбную охоту. Только поплавок дернешь, сразу лункой из ружья стреляешь. Меня Валера научил. Ну попробуй попасть в рыбу, она ж скользкая. Маш, я такую дыню выплыла, что льдина от берега оторвалась. Нас всех понесло в открытое море. Жесть. За нами вертолет прилетел. Ой, я задолбалась так в этом вертолете. Дула-дула. Зачем? Ну, чтобы не рухнуть. Надо на пропеллер дуть, чтобы он вращался. Пилот сказал. Ой, Маша, мне что-то телефончик звонит. Вибрирует. Алло. Ой, Светуля, привет. Что делаешь? Книжку читаешь? А что за книжка? А что ты плачешь? Главного героя жалко? Ну ты зажгла. Нашла кого жалеть. Он же идиот. Причем круглый идиот. Ой, нет, я занята. Мы тут с Машулькой по шмоткам. Я тебе потом перезвоню. Все, Светуля, давай, чмоки-чмоки. Маш, прикинь. Светка про Колобка читает и рыдает. Жесть. Ой, Маш, это такая стразная вся. Маш, ты вот эту шляпку прикинь. Ой, ты мне прям на грибочка похожа. Не, ну я шучу, ладно, лучше. Лучше пример вот тебе это, топик. Ой, Маша, мне тут такое виповое приглашение пришло. На супер акцию, мега прям пафосно. Только до конца, если месяца мы будем наращивать волосы в нашем салоне, то мозг мы будем наращивать вам в подарок. Ой, где-то у меня обратно тут телефон звенит. Ой, Рита, привет! Рыбка моя, что делаешь? Эпиляцию? Ну, я тут слышу, что ты зонокосилка косит. Не, Рита, я говорю, у нас тут трусиряк, мы тут с Машулькой это, по шмоткам. Потом тебе перезвоню. Ну все, давай, чмоки-чмоки. Ой, Маш, прикинь, это опять по своей фивандюле урожай косит. Ой, куда же, я не знаю, господи. Что у нее там получается? Ну откуда я знаю, что у нее там получается? Сор, несколько гектаров получается. Ой, Маша, как тебе идет этот топик? Ну ты в ней вообще чумовая селедка. Что? Он что не подчеркивает? Не подчеркивает грудь? Какую грудь? Твою! А где она у тебя? Ну подчеркни ее маркером. Вся лучше, чем ничего. Маш, ну ты что-то обижаешься, а? Что ты обижаешься? Извините, вы говорили с моим мужем. Она еще огрызается, смотри на нее, а, Маша? Убери от меня эту заразную. Понаехали тут прививок, целлюлиты, завезли, а? Да я такая стройная, я могу носить трусики танго. А вам даже типа это танго будет жать. Наглая, а? Ой, бедный мужик, как он с ней только живет. Ой, обратно, у меня что-то тут телефон. Ой, Белла. Ой, Белла, привет. Где ты? В салоне красоты. Ну, как всегда, сама красота в салоне красоты. Лицо чистишь. Чё, дорого берут? Там у тебя и рожа не маленькая. Я говорю, маленькая. Мы тут с Машулькой по шмоткам. Ну, я тебе потом перезвоню, Белла. Давай, чмоки-чмоки. Маш, прикинь, Белла обратно в салоне красоты. Ряпку скалит.
Увидел бы королевич Елисин Беллу в хрустальном гробу, закопал бы ее поглубже. Ну что, Маш, Машуль, тебе ничего тут не подошло? Ну да ладно, будем ходить до тех пор, пока все не подойдет. Ну все, Машуль, я больше не могу. Там сейчас пробки начнутся, давай, я пойду в свою машину до домика, в свой домик. Ну пока, чмоки-чмоки.